кино в 1896 году возвестило начало развлекательной индустрии коммуникации. Изобретатели кинематографа, братья Люмьер, наверное, не представляли себе значение этого мощного средства, когда они создали первые короткие фильмы, отражающие повседневную жизнь. Они вряд ли знали, что они начали революцию, которая будет иметь влияние на миллионы людей во всем мире. В Индии Дада Сахеб Фалке был одним из первых признавших потенциалы кино, и он посвятил свою жизнь усовершенствованию этой современной техники, движимой формы искусства. Источником этой формы явилась наша мифология. Его ранние немые фильмы были визуальным праздниками, полными социальных эффектов, отражающими события из наших эпических произведений Рамаяны и Махабхараты. С приходом звука кино извлекает вдохновение из классической санскритской драмы в виде танца и театра парси. तेरी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी कैद खाने के अंधेरे कनीस की आरजुओं की रोशनी से कपते हम एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते Это привело к созданию крупных спектаклей с роскошной декорацией и красочными костюмами и песнями, которые окунают зрителей в мир фантазии. Первая попытка Баба Рао Пентера отразить реализм в фильме «Саркар и Паш» не получила положительного отклика. Зрители были заинтересованы в развлечении. Они были заинтересованы в фантазиях, полных музыки и грандиозности. Формула песни танца стала обязательным ингредиентом коммерческого успеха фильмов. Тем не менее, периодически режиссеры и писатели под влиянием неореализма Италии и возрождающегося стиля кино Франции старались создавать параллельное движение. Они пытались создавать фильмы, которые привлекали бы внимание к реальным социальным проблемам. Кино – это очаровательное слияние фантазии и реальности, источником которой являются литература, театр, опыт реальной жизни. Это слияние форм искусства, которое до сих пор является уникальным. Шама Заиди выросла с театром. Она поступила в школу искусства в Лондоне для изучения создания дизайнов костюмов. Она решила остаться в искусстве. Ее карьера прославленная и продолжительная, и сегодня она одна из самых уважаемых профессионалов в этом средстве. Директор проектов, костюмер, сценарист, режиссер кино Шама исполняла все эти роли. Родившаяся в культурной семье Шама – дочь Бегам Кудзи Заиди, которая основала театральную труппу «Хиндустани театр» еще в 40-х годах, когда женщины должны были оставаться дома и заботиться о семьях. В то время, когда Шама находилась в Германии, движение индийского театра быстро ширилось. Молодой режиссер Сатью стал частью этого движения. Мы начали все это в качестве полупрофессионального театра, что означало, что люди разных профессий могли приходить к нам на репетицию и им оплачивали за это. Именно в этот период Шама и Сатью познакомились и решили пожениться. После свадьбы они переехали в Бомбей, где Шама установила связь с другой театральной труппой «Ипта». В Индийской ассоциации народного театра Шама переводила много пьес и была их постановщицей.
Она также создавала костюмы и помогала за кулисами. Помимо регулярной связи с театром, Шама начала серьезно писать сценарии для фильма. Ее первый художественный фильм «Гарамхава» основан на рассказе Исмата Чалтаи, режиссером-постановщиком которого был ее муж, завоевал престижную в то время премию журнала «Filmfare» за лучший сценарий. Есть еще рассказы, есть больше чувств, подобных тому, что старая женщина не желает покинуть дом Хавели. Это чувство привязанности к стране, которую она не желает покинуть, потому что она не хочет умереть в каком-либо другом месте. Хочет, чтобы ее похоронили рядом с могилой мужа. चलिए दादी अम्मा चलिए चलिए उठिए चलिए 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 दादा चलिए चलिए खड़े हो जाइए आइए आइए उठा लो उठा लो अरे क्यों सता रहा है मुझे दादी अम्मा इस तरह से क्यों कर रहे हो मुझे नहीं मुझे यही छोड़ दे मुझे नहीं मरने दे चलिए चलिए यहां से मत जाइए बच्चों जैसी बातें करती हैं आप भी особый талант Шами описывать определенную обстановку и ее подробную характеризацию привлекли внимание режиссера Шьяма Бенегала, считающегося пионером движения параллельного кино 70-х годов. Все эти качества, прославляющие Шаму, известны каждому. Она многосторонняя личность. Она сделала много работ в качестве режиссера, писателя и замыслителя. You're in the wrong compartment. All natives to travel in the van. Come on, Sammy, don't give us any trouble. I was issued a ticket for this compartment, and I insist on going in it. No, you won't. I will not leave this compartment. Where does it say reserved for Europeans only? Please show me. Get off my train. Aren't you good, Sammy? I will not leave the van. I will protest to the authorities. Шама начала писать сценарий кинофильма в сотрудничестве, и это продолжается уже почти 30 лет. Первым кинофильмом Шами с Шьямом Бенегалом был фильм «Чаран Дас Чор». Этот фильм имел персонажей. Фильм «Чаран Дас Чор» был детским фильмом, и сценарий не был предназначен для других людей, так как они были неграмотными, поэтому я дала им диалог, и они повторяли его во время первой съемки, и во время второй съемки они говорили что-то другое. Они не могли запомнить, они реагировали в зависимости от настроения, и это было очень интересно. Замечательным было то, что мы работали с этими только четырьмя лицами, которые никогда раньше не снимались в кинофильмах, но они хорошо понимали нас, а также знали, какое будет продолжение, и понимали, какие их свои костюмы на сцене. Прославленная как замечательный киноисследователь, Шама является серьезным писателем, который работал со знаменитыми постановщиками, такими как Сатьяджит Рай, Сатью и Шьям Бенегал. Ее преданность подлинности и деталям очевидна в ее характеризации и сценариях. लेके सब दरवाजों पर पहरा है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के 30,000 राजपूत हर रास्ते में निगरानी कर रहे हैं। आला हजरत को या उनकी लाश को। Она была исследователем и редактором текста фильма, а также автором. Работали 12-14 писателей, но она предоставляла значительные исследовательские данные благодаря поддержке 22 историков во всей стране, с которыми она поддерживала контакт. Таким образом, это явилось большой работой. After reverse.
Волна солдат шла, волна за волной, и много людей были ранены. Мы пешком несли раненых многие мили, и это было ежедневно. Иногда мы несли тяжело раненых солдат почти 25 миль. И поэтому не было удивительным, что великий мастер Сатьяджит Рэй решил снять его первый индийский кинофильм. Шама работал над всем проектом, хотя ее нанимали как костюмер. Ее большое умение к проникновению и ознакомление с обстановкой в конечном счете дали ей возможность работать над рукописью. Сатьяджит Рэй тоже попросил меня изучить сценарий, который вообще-то должен быть веселой комедией. Вот видите, как он представлял ее. Когда сценарий в конце концов был полностью готов, на это ушло несколько месяцев, то это был действительно созидательный перевод и творческая работа. आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब दस्तखत नहीं ले सकते आप बाजी हार रहे हैं इसीलिए आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं कौन कमबख्त हार रहा है हम तो अपनी चाल भी चल चुके हैं आपकी बारी है आप चलिए आपने कितनी दफा हमें हराया है और हमारी त्योरी पर बस तक नहीं आया आप चाल चलिए मेरे साहब और आप है कि जामे से बाहर होते जा रहे हैं ये तरीके शरीफों के नहीं होते हम कहां के शरीफ शरीफ तो वो लोग हैं जिनकी बीवियां हर अरे गहरे को अपनी खामगाह में बुला लें और फिर जा तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कह सकते तुम अपने औकात भूल रहे हो बाप दादा तुम्हारी घास खिला करते थे और तुम्हें क्या अपने आप को नवाब दादा कहलाते हो और तेरा खानदान क्या था Съемки Сатьяджита Рэя были тщательно запланированы, и все было намечено на бумаге, что сделало их очень экономными. В самом деле, я помню одну сцену. Я думаю, что Вина исполняла роль матери Яджита Алишаха. И костюм не должен быть полным, и поэтому он сказал сделать верхнюю часть костюма. Остальное нам не нужно. Но она протестовала и заявила, что она не может работать в неполном костюме. И тогда мы сделали и нижнюю часть костюма. Участие Шамы не ограничилось созданием сценария. Она была полностью вовлечена в весь процесс. Проверку костюмов, качество, съемочных площадок, имущество, чтение диалогов и так далее. I'd have said a decayed king. A frivolous, effeminate, irresponsible, worthless king. He's not the first eccentric in the world. Well, I know he's not the first, but he certainly deserves to be the last. We've put up with this nonsense long enough. Eunuchs, fiddlers, snotch girls, mutter wives, and God knows what else. He can't rule, he has no wish to rule, and therefore he has no business to rule. Видите ли, он хотел использовать время Ричарда Аттенборо. Он подумал, что он должен отдать чуть больше, чем его роль в оригинальном сценарии. И поэтому он прибавил еще один эпизод, который он снял потом, когда он был отредактирован. Я сказала ему, что этот эпизод в самом деле не был нужен. Но он написал мне письмо, где оправдывал, почему он включил его. Но я уже знала, почему он это сделал. Через некоторое время он вырезал этот кадр и сказал мне, вот смотри, и бросил его в мусор. Даже чтобы купить все для костюма, он сопровождал меня в магазины и выбирал каждую деталь, материал и так далее. И когда он понял, что я знаю, чего он хочет, но до этого он был очень щепетилен. Работая с Сатьяджитом Рэем, что думает Шама о рабочем стиле Шьяма Бенегала? Шьям очень много импровизирует. Сейчас он делает это меньше, чем раньше, так как его актеры очень заняты. Но вначале они были полностью посвящали себя труппе. И каждого могли вызвать любое время. Если в роли какого-либо актера что-нибудь добавлялось, то его вызывали, и он приходил вовремя. Но сейчас все изменилось.
Сейчас нужно быть очень точными с датами. Or, वो सज्जन जो बिस्तर पर लेटे हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मर चुके हैं. मेरा सब कुछ यही है. सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं. Я предпочитаю иметь ее рядом со мной, когда я планирую фильм. И она замечательно выдвигает внезапно идею о последовательности и многих других сценах и других вещах, и она также может прибавить, предложить много другого для самого фильма. Аб иску кон самчаега? Ты дхока иску Шриканти ч дия. Ам лога не. О, ма. Кати патанг ки тарха зиндаги хоти е ам ортун ки. हवा के थपेड़े न जाने कहां लगे पटकते थे. Иногда появляется определенный вид органической логики, которая начинает развиваться, когда вы снимаете фильм, что не могло быть очевидным, когда готовили рукопись. Именно в подобной ситуации ее присутствие очень полезно. Тогда вы можете сидеть и работать над фильмом. Я не претендую на какую-либо независимость в качестве автора сценария, так как вы обычно пишете, имея в виду того человека, который будет режиссером, и приходится думать о его чувствительности. Самое главное для меня – это то, что я должен суметь передать ей мои идеи. И самое главное для нее – это то, чтобы она смогла превратить эти идеи в рукопись фильма. Например, «Саттва Гош» – идея была обсуждена, на основе чего она написала текст фильма. अगर फिर से तू उस लड़की के घर गया या उससे बात की तो खा खींच के रख दूंगा तेरी. आए हाय बड़का मजनू बना फिरत है. अरे हम दो ही दिन खाए का न दे तबई होश ठिकाने आए कमबख्त. बाकी ना कटवावत है बिरादरी में इनका मजाक बनाई दे. अजी हम नहीं मानो हम तो एक है कि लड़के का कहीं ब्याह कर दो जल्दी से. हां हरामी सारे. Вместе с переводами и адаптациями сценариев Шама также написала оригиналы кинофильмов, таких как «Сисман» и «Хари Бхари», основанные на социальных проблемах. «Хари Бхари» был заказан Министерством здравоохранения. Они хотели кинофильм об эмансипации женщин и их здоровье. Нужно было изучить много дел, которые мы потом превратили в кинофильм. भाभी ने ऑपरेशन करा लिया. बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन. अल्लाह खैर करे. कह दो कि ये सच नहीं है. तुमसे पूछ के जाती तो तुम इजाजत देती क्या? पर किया क्यों? क्यों किया? इसलिए कि मुझे अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा था. बच्चा जनते जनते मेरी सेहत खराब हो रही थी. किसी को मेरी सेहत की फिक्र. «Сисман» был снят для кооперативов ткачей. Пути Карбаре. Я думаю, что молодые кинопроизводители понимают язык кино. Раньше мы имели индийский стиль изготовления фильмов, который в самом деле был основан на нашем фольклорном театре. Такова история индийского кино. Сейчас наши режиссеры и кинопроизводители вошли в главный поток голливудских кинофильмов.
И поэтому наши фильмы начали получать признание за рубежом. Язык кино не чужой, он в большой степени международный. Она имеет замечательное качество иногда грубо обращаться с нами. Друзья, как мы понимаем это, но подобное поведение может создать трудности для нее, если она имеет дело с незнакомыми людьми, которые не знают ее. मानो भी कन्हाई